от РФБ, а не о том, которое вы могли подумать. Снова Ниагу, снова просит мяч посту, получает его. Но Янов проводит первый сезон в составе Краснодара. Он сам из Челябинска перешел в команду Петра Маринковича. Посмотри, какое сразу давление на Ниагу. Трое человек. Макаров. Григорьев, есть пространство, есть передача. Ему в руки. Вот чуть упал процент трехочковых на старте третьей четверти. Ниагу забыли. Это нет. Правой рукой завершает эту атаку. Плюс 7 теперь у Москвы. Столько раз переходила инициатива в этом матче, что сложно сочетать. Ниагу. Ой-ой-ой, как красиво все сделал Ярослав. Просто плюс 3 у Москвы. Потрясающая игра, потрясающее напряжение. Чуть менее 6 минут играть. Ниагу втроем против него игроки Москвы. Но безусловно, когда у тебя есть такой видный во всех отношениях игрок, было бы, не знаю, грешно или грешкой его. Ниагу. Ярослав не ожидал там мяч получить. Да, это атака Краснодара. Теперь Евдокимов врывается в заднюю дверь. Скидка на Ниагу. Хорошо разыграл. Поэтому, может быть... Но это же была только подготовительная игра. Ну, может быть, да. Просто на фоне нагрузок. Только готовился, да. Ниагу разбирается. Я имею в виду в плане игроков попробовать. Посмотрим. Минус 9 для команды в красном. И на Ниагу нарушают правила. Особенно, когда первые номера, они больше получают удовольствие именно от результативных передач, даже нежели чем от результативных действий в плане набора очков. Браво. Очень плотно против Ниагу. В какой деле завсегдатай финалов первенства России теперь. Это здорово, что интересно тренерам, которые работают уже на уровень выше. Интересно подрастать. Умший, и тот наказал его за такую лень. 42-40. В пользу Москвы Ниага против Румша. Готов Акрамов страховать. Ниагу выносит мяч Локомотив. 40 секунд. Опять же, можно даже попробовать без трехочковой атаки обойтись. Ниагу забивает. Матча сегодняшний и вчерашний полуфинал. Лишь один точный трехочковый бросок. Вчера у них было 0 из 11. И отправится в корзину. Снова выходит вперед Москва. 61-60. Пикенролл в исполнении Григорьева и Ниагу. И нарушают правила. Локомотива и потеря. Очередная для краснодарцев. Тарасов отчаянно пошел. Надо отметить, Кирилл тут большинству людей уступает в росте, но, как ты говорил, перед началом матча огромное сердце. Сейчас попадает трехочковый, Ниагу забирает отскок Григорьева. Да, швец пытался смахнуть по направлению к своему партнеру мяч. Григорьев не точен, но Ниагу на подборе. Ой-ой-ой. С разворота бросок неточный. Тарасов. Не стал фалить Григорьев. Тарасов из-под кольца промах. Ярослав забирает отскок. Униформы сделаны качественно. С аппаратом и так далее. Очень бы хотелось, чтобы все команды... Так... Очередной перехват, его исполнение. С Акрамовым очень плотно. Юсупов. Скидка, передача. Малафеев появился вместо Румши. И вот он получает мяч в посту. Ниагу наконец-то